В выходные на территории области произошло несколько ДТП со смертельным исходом. Погибли 8 человек. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Кроме того, сотрудниками полиции были задержаны молодые люди, у которых обнаружены наркотические вещества. Один из них пытался съесть ульику, но стражи порядка вовремя отреагировали. На трассе Уральск-Тоскала опрокинулся автомобиль, за рулем которого находился майор полиции. В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельствами случившегося в данное время занимается следствие. Отрабатывается несколько версий, однако точную смогут назвать только после проведенной экспертизы транспортного средства. На трассе Уральск-Актобе лоб в лоб столкнулись два большегруза. Произошло возгорание обеих автомашин, в результате чего погибли оба водителя. Пассажир с тяжелыми травмами доставлен в Сырымскую районную больницу. Одна из машин перевозила живой груз из 40 лошадей. 33 из них сгорели. Лошади, оставленные без присмотра на трассе Уральск-Атырау, стали причиной еще одного ДТП. На трассе Уральск-Атырау водитель автомашины наехал на лошадей ВАЗ-2112. Целая семья там была в машине. То есть водитель, его отец и сын вместе погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Должны отвечать хозяева, в первую очередь хозяева этих лошадей, если установим. 14 мая сотрудниками полиции было остановлено транспортное средство. Машина была досмотрена, а у пассажиров обнаружен порошок, похожий на наркотическое средство, а также оружие. Установлено, что данное автотранспортное средство предоставляло услуги пассажирских перевозок, то есть это было такси. И при досмотре пассажиров было изъято кристаллическое вещество со специфическим запахом, также пневматическое оружие. Сейчас в данный момент у нас досудебное расследование по статье 296, часть 4. Один из пассажиров попытался уничтожить улику, однако сотрудники полиции сумели вынуть изо рта пакетик с веществом и не допустили несчастного случая. Екатерина Шмидт, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.